Здравствуйте, в эфире «События дня». Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни региона. Лучшие практики. Делегация Курской области приняла участие в работе сразу двух масштабных форумов в Тамбове. В первую очередь обсудили реализацию проектов по развитию комфортной городской среды. С места событий Ангелина Яхонтова. Поддержка предпринимателей, детей-сирот и добровольцев. Курские депутаты провели заседание постоянных комитетов. Кристина Горлатых расскажет подробнее. Место подготовки будущих гроссмейстеров. В Курске начала работу школа шахмат. Как проходят занятия, узнал Станислав Костиков. Создать комфортные условия жизни для людей в каждом городе региона. Делегация Курской области 18 августа приняла участие в форуме «Среда для жизни. Свой дом» в Тамбове. На масштабной деловой площадке обсуждали вопросы развития городского пространства со специалистами в самых разных областях, от архитекторов до министров. О достижениях в сфере благоустройства рассказал губернатор Роман Старовойт. Главы Курчатова и Курска поделились с коллегами своими лучшими практиками. Из Тамбова с первыми подробностями Ангелина Яхонтова. Курская делегация приняла участие в 6-м форуме «Среда для жизни», который проходит в Тамбове. Проект стал площадкой, где обсуждают вопросы развития комфортной городской среды не только представители власти и первые лица региона, но также архитекторы, проектировщики и общественники. В этом году заявку на регистрацию подали 2500 человек, в том числе и из-за рубежа. На ключевых сессиях говорили в первую очередь об эффективных инструментах развития и мерах господдержки индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, участники обсудили проекты по созданию комфортной городской среды. Куряне поделились своим опытом на примере общественного пространства «Теплый берег» в Курчатове и рассказали о внедрении дизайн-кода на центральных улицах Курска. Тот визуальный шум, который угнетает, который раздражает, он потихоньку от нас уходит. Тем регионам посоветовал, которые стоят только в начале этого пути, не бояться этих изменений, вместе с жителями, вместе с профессионалами, урбанистами развивать это направление и активно внедрять в других городах, нашу практику в том числе. В рамках мероприятия здесь же, в Тамбове, прошел Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. Представители Курской делегации презентовали лучшие практики и наработки в этой сфере. Напомним, наша область подала сразу 5 заявок на участие в конкурсе проектов благоустройства малых городов. За победу боролись Суджа, Обоянь, Курчатов, Железногорск и Льгов. Подробный репортаж смотрите 19 августа в программе «События дня». Из Тамбова Ангелина Яхонтова, Алексей Еременко. Специально для телеканала «Сейм». В теплоэнергетике приступили ко второму этапу реконструкции сетей на улице Ленина. Сейчас ведется замена участка трубопровода от Садовой до Кирова. Напомним, всего в этом году предстоит заменить около 3 километров магистрали. Стоимость работ составит 230 миллионов рублей. Замена теплосетей на участке от Перекальского до Садовой уже завершилась. Рабочие продвинулись дальше и демонтировали ветхие трубы от Садовой до Кати Зеленко. Сейчас они готовят сетевые каналы к укладке теплотрассы. Новая сеть выполнена из труб в износостойкой изоляции, которым не страшны сточные воды, перепады давления и температуры. Их минимальный срок службы – 40 лет. Монтаж на участке до улицы Кирова планируют завершить к 30 сентября, а благоустройство территории – 30 октября. Аграрии региона планируют завершить уборочные работы в течение 10 дней. Жаркая погода августа наконец позволила курским труженикам увеличить темпы. Уже намолочено больше 3 миллионов тонн зерна, убрали 73% посевных площадей. В приграничном Беловском районе уборку зерновых уже завершили, а в Щегровском намолот превышает 200 тысяч тонн. Курская область готовится и к уборке сахарной свеклы. Ее предстоит выкопать на площади 95 тысяч гектаров. В текущем году условия для роста сахарной свеклы складываются благоприятные. По состоянию на 1 августа средний вес корня сахарной свеклы составляет 305 граммов, что на 23 грамма выше уровня прошлого года. Кроме того, в регионе уже приступили к севу озимого рапса. Планы аграриев засеять 35 тысяч гектаров. Статусы добровольца и волонтера закрепят на региональном уровне. Это позволит оказывать им разностороннюю поддержку, в том числе на местном. Решение приняли на заседании профильного комитета Курской областной думы. Обсудили парламентарии и законодательную помощь IT-специалистам. Кристина Горлатых продолжит. Менять мир в лучшую сторону и помогать. Основная миссия волонтеров – поддержать в трудную минуту. Во время пандемии их роль оказалась неоценима. Они бесплатно возили врачей на вызовы, покупали лекарства пенсионерам и принимали звонки в колл-центрах от пациентов.
Депутаты областной думы намерены закрепить статусы волонтера и добровольца законодательно. В нашем регионе сегодня насчитывается около 100 тысяч граждан, которые также активно принимают участие в этой сфере. Поэтому законы о регулировании вопросов добровольчества и волонтерства активно рассматриваются и принимаются в различных субъектах Российской Федерации. Пока поддержка, это действительно только будет внесен этот закон, его не было совсем, а потом уже мы будем вносить дополнения, поэтому это только первый шаг. В будущем принятый законопроект позволит не только регулировать деятельность волонтерских организаций, закрепит их права и обязанности, позволит отмечать лучших наградами разного уровня. Поддержка важна сейчас и для курских IT-специалистов, и они ее получат. Сегодня будет немножко другой закон. Это внесение изменений в закон о науке, научно-технической и инновационной деятельности о том, что областная власть имеет право денежные средства выделить для федеральных государственных университетов для разработок в интересах нашей Курской области. Исследования проводятся с космосом, с какими-то другими вещами. А то, что-то такое для наших промышленных предприятий, как бы оно остается на весу. Планируется рассмотреть и возможность снижения налоговой ставки для IT-компаний. Сейчас уже предусмотрена льготная ипотека для специалистов этой сферы. Хорошим подспорьем станут гранты. Есть фонд инвестиций «Эрфрид» в информационных технологиях, где есть поддержка большая грантовая от 20 миллионов до 500 миллионов. Можно получить на грант по разработке российского программного обеспечения, в котором сейчас нуждается активно, его внедрение требуется в различных отраслях российской экономики. Из заседания еще одного комитета областной думы по социальной, семейной политике и здравоохранению депутаты предложили поправки в закон о получении жилья для детей-сирот. Это объединение финансовых средств за счет федеральных, региональных программ, потому что они достаточно разрознены, предоставление возможности получения жилья ребенком не только по адресу, где он прописан, но и если он проживает в смежном, скажем, районе. Принятие этих поправок прежде всего позволит уменьшить сроки получения сиротами жилья. Кристина Горлатых, Геннадий Воробьев. События дня. В Курске продолжается ремонт дорог по нацпроекту БКД. Только в Сеймском округе в этом году приведут в нормативное состояние асфальтовое покрытие на 7 улицах, а это более 9 километров полотна. Сейчас дорожники работают на улице Трубной. Тихая улица, частный сектор. Дорога здесь давно нуждалась в ремонте. Специалисты зашли на объект около 2 недель назад. Провели подготовительную работу, укрепили основания, подняли люки, затем приступили к укладке асфальта. Протяженность улицы 720 метров. На сегодняшний день финишный слой уже уложен в 100% объеме. Проезжая часть здесь узкая, рельеф дороги извилистый. В помощь специалистам современная техника. Местные жители наблюдали за ходом работ. Результатами довольны. Дорожников встречаем с радостью. Будет дорога у нас прекрасная. Не будем ходить, спотыкаться. Всеми соседями собираемся, смотрим. Качество выполнения работ нас всех устраивает. Мы довольны то, что у нас делают здесь дорогу. Будем теперь ездить безопасно. Я сокращу время, чтобы добираться до работы, которую я тратил на то, чтобы объезжать ямы. Чуть позже дорожники нанесут разметку и установят новые знаки. Проезжая часть здесь местами вплотную прилегает к домам, поэтому установка бордюрного камня не предусмотрена. Работа идет и на других объектах. Сегодня параллельно мы проводим подготовку основания на улице Первая Строительная. Завтра, послезавтра мы планируем там с верхним слоем выйти на работы. Одновременно мы производим устройство тротуаров на улице Менделеева, Крюкова, Чехова и установку бортового камня на улице Ломоносова. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Курске будут отремонтированы 42 улицы в 3 округах. Ирина Михайлова, Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня. Тот случай, когда беседа с телефонным аферистом может принести не финансовые потери, а приз. Курские полицейские, сотрудники Банка России и Литературного музея объявили конкурс «Запиши мошенника». Так стражи порядка хотят еще раз обратить внимание на такие преступления. По статистике, 3% работающего населения ежегодно попадаются на уловки злоумышленников. Условия конкурса просты. Нужно записать подозрительный звонок, связанный со счетом в банке, и отправить правоохранителям. Важно помнить о мерах безопасности. Не сообщайте свои персональные данные, информацию о карте и коды из СМС.
Публиковать ролики будут в официальных аккаунтах полиции с соблюдением персональных данных авторов. Разговор должен быть информативным, не содержать нецензурных выражений, приветствуется юмор. При подготовке ролика помните о мерах безопасности, ваши деньги не должны пострадать. Видео необходимо прислать в сообщение группы «Полиция Курской области» или администраторам группы. Авторов, чьи ролики получат наибольшее количество просмотров, отметят призами Литературного музея и отделения Курск Банка России. Конкурс стартовал 17 августа и продлится до 17 октября. Победителей наградят в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел. На шаг впереди в Курске начала работу шахматная школа. Занятия проходят на базе спортивно-концертного комплекса. Здесь обучаются сильнейшие игроки области, многие из которых совсем юного возраста. За их подготовкой наблюдал Станислав Костиков. Их поле боя – шахматная доска. В арсенале множество комбинаций и тактических приемов. Ученик 3 класса Савелий Сорокалетов свой первый ход сделал в 5 лет. Сейчас за плечами парня победы в престижных областных турнирах. Игра – универсальный помощник и в жизни, говорит спортсмен. В первую очередь они дают человеку внимательность и понимание, выход из сложной ситуации. То есть, если у человека какая-то затруднительная ситуация, и он играет в шахматы, он из нее выйдет. Эта игра учит быть более вдумчивым, собранным и внимательным. А еще занятия шахматами помогают лучше усваивать школьную программу, признается Савелий. В школе я без шахмат, думаю, не справился с программой. А с шахматами у меня нет проблем, я хорошо учусь, у меня хорошие отметки, я вывел почти на отлично, у меня не хватило всего лишь 2% по одному предмету. Я не расстроился, у меня такое всегда. Сейчас в шахматной школе проходит обучение около 40 юных спортсменов разных возрастов. Ребята занимаются под руководством опытных наставников. 12-15 человек у нас может заниматься здесь одновременно. С ними занимаются разные тренеры. Это принципиальная была идея, что у нас программа лекций, программа наших занятий формируется примерно на месяц вперед. И разные тренеры, которые сотрудничают с нами, занимаются с детьми по той тематике, которую мы выбираем. Показать свое мастерство на соревнованиях ребята смогут уже в сентябре на первенстве области. По итогам турнира сформируют сборную региона. Станислав Костиков, Владислав Соболев. События дня. В честь 79-й годовщины победы на Курской дуге. Легендарный рейс по местам боевой славы. 22 и 23 августа в регионе снова будет курсировать поезд победы «Дорога памяти». Состав отправится с вокзала Курска после торжественного митинга. Приглашение получили почетные пассажиры, ветераны войны и труда, работники железнодорожного транспорта, волонтеры. В понедельник, 22 августа, поезд «Победы» проследует по маршруту Курск-Кшень. В пути он сделает остановки на станциях Щегры, Черемисиново и Мармыжи. На конечной станции в Кшени путешественников ждут концертная программа и полевая кухня. А во вторник, 23 августа, состав из Курска отправится в Поноре. На станции Золотухина пассажиры примут участие в торжественном митинге и возложат цветы к мемориалу воинам-освободителям поселка, а также посетят Поклонную высоту. Грандиозный праздник «Яблочный спас» уже в эту пятницу пройдет в селе Красниково Пристинского района. У водяной мельницы развернется настоящая мастеровая деревня с ремеслами, играми, угощениями и песнями. Начнется праздник у храма Преображения Господня. Там отслужат молебен и осветят дары. Сливы, груши и, конечно, яблоки – символ праздника. С 11 утра до 9 вечера для посетителей будет работать несколько площадок. В зоне народных игр можно будет сыграть в городки и побегать в мешках. Русь Мастеровая познакомит с исконными промыслами – лозоплетением или народной керамикой. Попробовать свои силы можно на площадках «Кузнец» и «Литейщик», ну а в зоне пленэра художники в реальном времени будут писать картины. Ярким моментом праздника станет массовая карагодная пляска «Тимоня». Праздник у мельницы продолжится и в выходные дни. Для гостей и участников работает телеграм-канал, где можно узнать всю информацию, в том числе расписание транспорта. Он будет курсировать в Красниково, из Курска и Обояни. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя.